Снежана Нестерова из Абакана, инвалид первой группы. Женщину интересует вопрос, повысит ли им пенсию, и если да, то насколько? Как пояснили в пенсионном фонде Хакасии, социальную пенсию по инвалидности в этом году уже поднимали на 2,9%. Так что другой прибавки ожидать не стоит. Однако, если Снежана получает страховую пенсию по инвалидности и продолжает работать, то в августе ее ожидает корректировка. Ее пенсия увеличится, размер прибавки будет зависеть от страховых взносов, уплаченных в пенсионный фонд в прошлом году.